100 бальников стало больше. Марафон сдачи ЕГЭ не закончился, но стали известны результаты единого госэкзамена по нескольким предметам. Согласно данным городского департамента образования, по русскому языку, который является обязательным, высшего результата в Ярославле добились 15 выпускников. Столько же не справились с заданиями. 85 человек набрали более 95 баллов. По информатике 100 баллов получили 8 человек. Трое не сдали ЕГЭ по этому предмету. За экзамен по истории 100 баллов набрали 6 человек, а 17 завалили. По сравнению со среднероссийскими показателями, у ярославских школьников неплохие результаты. В прошлом году по итогам всех ЕГЭ 100 бальников было 22, сейчас их уже 32.